Здравствуйте, уважаемые пользователи smartrespander.ru. Многие из вас наверняка часто задавались такими вопросами, как что такое партнерская программа, как с помощью партнерской программы можно привлечь дополнительный доход, а также каким образом можно зарабатывать, будучи партнером smartrespander.ru. На все эти вопросы я вам подробно отвечу в данном видеоуроке. Для начала давайте рассмотрим, что такое партнерская программа, или, как еще называют, партнерка. Партнерская программа – это форма делового сотрудничества между продавцом, в данном случае подразумевая наш сервис, и его партнерами, то есть вами, при продаже, рекламе или продвижении какого-либо товара или услуг. В данном случае мы имеем в виду услуги, предоставляемые сервисом smartrespander.ru. Итак, давайте перейдем непосредственно к регистрации аккаунта партнера. Чтобы зарегистрировать аккаунт, вам необходимо нажать на кнопку «Хочу заработать». При регистрации вы указываете все ваши личные данные, и мы настоятельно рекомендуем указывать ваши реальные личные данные, а также выбрать кошелек WebMoney, на который вы будете получать свои комиссионные, то есть WebMoney в долларах США, в рублях или в евро. Итак, сразу после регистрации вы попадаете в ваш личный кабинет партнера smartrespander.ru. Здесь вы видите ваш партнерский аккаунт, можете удалить его, дату регистрации. Вы видите ваш партнерский процент с прямой продажи, который на данный момент на моем тестовом аккаунте составляет 20%, но который может постепенно расти, так как вы будете постепенно повышать свой уровень продаж. Далее вы видите ваш партнерский процент с аффилиата первого уровня, который составляет 10%, количество накопленных комиссионных и способ выплаты WebMoney евро. Я предварительно выбрал его при регистрации. Итак. Перейдем к следующему разделу под названием «Мои данные». В данном разделе вы можете видеть ваш логин, изменить ваш текущий пароль, а также такие данные, как номер мобильного телефона, название вашего сайта и другие данные, в том числе город, страну и так далее. В следующем разделе «Мои настройки» вы можете настроить ваш часовой пояс, указать адрес для получения статистических отчетов, установить посетителю переменную куки на год, 2 или 3. Что такое переменная куки? Переменная куки – это небольшой фрагмент данных, хранимый в компьютере или браузере пользователя, который поможет нам идентифицировать клиентов и их партнеров. То есть, если по вашей реферальной ссылке у нас зарегистрировался клиент, то с помощью переменной куки мы сможем понять, что клиент пришел именно по вашей рекомендации. Для этого нужна переменная куки. А также в данном разделе вы можете указать кошелек WebMoney для выплаты ваших комиссионных. Следующий раздел в аккаунте партнера – это раздел «Общая статистика». Здесь вы можете наблюдать всю статистику вашей проделанной работы. То есть, сколько переходов было по вашей ссылке, сколько было куплено пакетов smartrespander.ru вашими клиентами, а также общий ваш заработок. Итак, в следующем разделе «Моя реферальная ссылка» вы сможете найти вашу уникальную партнерскую реферальную ссылку, с помощью которой вы сможете привлекать клиентов на наш сайт. Вы получите ссылку для входа на главную страницу нашего сайта, которая будет выглядеть примерно так, с префиксом вашего логина. Или, если вы хотите, вы можете сгенерировать ссылку, которая будет переводить на любую другую страницу нашего сайта, в том числе сразу на страницу регистрации, если вы считаете, что это будет эффективнее. Перейдем к разделу «Рекламные материалы». В данном разделе мы предлагаем вам различные стандартные рекламные материалы, чтобы вы могли использовать их в своей работе в рамках нашей партнерской программы. Хочу напомнить вам, что каждый из рекламных материалов уже содержит в своем HTML-коде вашу партнерскую реферальную ссылку. Итак, допустим, рассмотрим баннер 468 на 60 пикселей, кликнув на который, мы сможем просмотреть, как он выглядит, а также сможем получить его HTML-код, который мы сможем разместить у себя на странице. Для наглядности я скопировал HTML-код данного баннера, ставил себе на страницу, сохранил. Теперь, открывая свою страницу, я могу просмотреть, как он отображается. Хочу заметить, что, наводя мышку на данный баннер, в левом нижнем углу мы можем видеть нашу реферальную ссылку. Кликнув на данный баннер, нас перебрасывает сразу на страницу, на главную страницу smartrespander.ru. Хочу заметить, что реферальную ссылку можно добавить к любому баннеру на вашей странице, так как я сделал в данном случае. К данному баннеру smartrespander.ru
я добавил свою реферальную ссылку, которая также отображается в левом нижнем углу, кликнув на который, мы опять перейдем на главную страницу smartspander.ru. Перейдем к следующему разделу под названием «Мои клиенты». В данном разделе, выбрав период работы, вы можете отобразить всех клиентов, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Также вы можете отобразить всех клиентов, которые уже приносят вам доход или пока еще пользуются бесплатным пакетом smartspander.ru. В следующем разделе «Мои переходы» вы можете просмотреть, опять же выбрав нужный вам период, все переходы, которые были сделаны по вашей реферальной ссылке. Давайте с вами рассмотрим раздел «Мои продажи». В данном разделе, выбрав определенный период, вы сможете просмотреть все купленные пакеты вашими клиентами smartrespander.ru. Также, указав данный чекбокс, вы сможете указать логин любого нужного вам клиента и просмотреть все купленные пакеты, которые сделал он. Далее, перейдем к разделу «Мои выплаты». В данном разделе вы сможете просмотреть количество накопленных вами комиссионных, а также посмотреть всю историю выплат, которые были произведены на ваш аккаунт WebMoney. Также, в случае, если вы являетесь автором рассылок на сервисе smartrespander.ru, вы легко с помощью накопленных ваших комиссионных сможете оплатить любой из платных пакетов smartrespander.ru, указывая здесь номер вашего счета и нажав кнопку «Зачислить по счету», деньги поступят на ваш счет автора рассылок smartrespander.ru. Давайте с вами рассмотрим последний раздел под названием «Мои аффилиаты». В данном разделе, выбрав определенный период, вам отобразится полная статистика по регистрациям ваших партнеров, которые регистрировались у нас в партнерской программе по вашей реферальной ссылке. Хочу напомнить, что партнеры – это такие же пользователи, как и вы, которые в свою очередь привлекают клиентов на наш сервис smartrespander.ru. Поэтому, регистрируя партнеров в нашу партнерскую программу, вы значительно увеличиваете свои комиссионные, так как получаете 10% от их общего дохода. Итак, давайте с вами подведем итоги. Что необходимо делать для того, чтобы стать полноценным партнером smartrespander.ru? Первым делом вам необходимо зарегистрироваться в качестве партнера smartrespander.ru. Далее, вам необходимо воспользоваться предоставляемыми рекламными материалами и качественно разместить их на вашем сайте, блоге или форуме. И, наконец, рекомендовать наш сервис, привлекая клиентов, в результате получая стабильный доход. Регистрируйтесь и вы в качестве партнера smartrespander.ru и зарабатывайте вместе с нами. Всего вам доброго!